Меня зовут Махрима Размухамедова, являюсь главой представительства Международной организации по миграции в Республике Беларусь. Для нашей организации мигрант – это любой человек, который поменял место жительства. И на сегодняшний день я тоже являюсь мигрантом в Республике Беларусь. Я родилась и выросла в Туркменистане. Долгое время училась и работала именно там. И пару лет назад стала мигрантом, начав международную карьеру сперва в Фиджи. И на сегодняшний день я работаю здесь, в Республике Беларусь. Здесь, как и в Фиджи, так и в Туркменистане, моя главная задача – это сделать все возможное, чтобы безопасная и упорядоченная миграция приносила пользу как мигрантам, так и обществу в целом. Мы помогаем мигрантам и беженцам, жертвам торговли людьми и продвигаем лучшие практики в сфере миграции. Но для меня миграция – это не только работа, но это и личное. Каждый раз, когда я встречаюсь с мигрантами, я представляю, с чем они сталкиваются. Я также знаю, каким потенциалом они обладают. Потенциалом делиться своей культурой, работать на благо нового дома, вносить вклад в экономику принимающей страны. Мигранты создают новые возможности и генерируют новые идеи через социальные проекты. Они также делают вклад в развитие своих стран, стран происхождения через денежные переводы. По собственному опыту могу сказать, что теплый прием общества, возможность общения, продолжение образования детей, где они встречаются с новыми друзьями, доступ к медицинским услугам и многое другое способствовали адаптации здесь и тому, что я и моя семья не чувствуем себя чужими. Это и помогает мне комфортно работать, делиться навыками, знаниями, опытом, полученными в разных странах мира. Надеюсь, что у всех мигрантов будут равные возможности реализовать свой потенциал в любой точке мира.